качестве секретаря. Известный немецкий ученый и медик. Это Шарлотта, королева английская, которая была изначально немецкой принцессой, стала королевой английской, ей понадобился переводчик. Вернее, не переводчик, а учитель английского языка, чтобы обучить и себя, и в первую очередь придворных своих английскому языку. Вот этим учителем и была Тереза Грант, уже под именем Джона Гвардиола. Вот эта картинка изображает важную роль мадам Шваленберг в английской истории. Мадам Шваленберг здесь с левой стороны, такая дама огромных размеров. Рядышком с ней идет, практически держась в ее фарватере, это королева Шарлотта. Вернее, тогда она еще была не королева, тогда она еще была. Хотя да, уже когда королева была, конечно. Уже свадьба состоялась. Вот, а сзади шлейф держит, нет, это не король. Король был значительно больших размеров, примерно таких же размеров, как мадам Шваленберг. А это известнейший политик английский Пит. Уильям Пит младший. Сверху разделенная корона, да? Видите? Но это не король, король был значительно больших размеров. Это показывает на том, в общем, кто в настоящем правил страны. Вот это как выглядел, как тут написано, шевалье Джон Теодора де Вердион. Это уже как бы картинка была сделана после того, как выяснилось, что настоящий Джон Вердион никто не Джон, а вовсе даже Теодора. Вот, ну и мой большой рассказ про швейцарского тирольского партизана Андреаса Хофера, или как немцы говорят, Хофер, хотя не знаю, про него что говорят, не будем. У нас идет как Хофер, знаете, как Хофер. Вот так он, в принципе, всегда и ходил, в таком, такой одежде национальной тирольской. Это дом, в котором он родился, и сейчас в этом доме, ну, это одновременно дом и гостиница, которой владел его отец. Сейчас там, в этом доме одновременно гостиница и дом-музей. На стене так написано. Это Андреас Хофер со своими друзьями готовит восстание против французов в 1809 году. Это первое сражение против баварцев, которое успешно было выиграно тирольцами. Баварцы были разгромлены. Затем наступило время второго сражения. Вот эта картина показывает подготовку к этому сражению, в результате которого баварские войска были выбиты из Инбрука, и тирольцы заново захватили свою столицу. Здесь очень интересно показаны, ну, не только одежда, но и оружие, с которым воевали тирольские партизаны. Это практически у всех из них старинные еще аркебузы даже, я бы не сказал даже мушкеты, аркебузы, которые фитильными механизмами, в общем, с этим оружием воевали еще и, наверное, прадеды, возможно, даже прапрадеды. Конечно, по-настоящему я не сказал бы, что могло бы быть так, но хотя может быть. Но, в принципе, тогда тирольские стрелки были вооружены очень даже неплохо. И это было связано с тем, что тирольское ополчение в австрийской армии было именно национальным. И формировало само исключительно из тирольцев, никаких других людей туда не брали. И после окончания боевых действий ополчение распускалось по домам. И распускалось по домам оно с оружием. Естественно, они в боях против Франции, например, и там, других стран, там, например, Турции тоже самое, они не использовали эти вот мушкеты своих дедов. Естественно, они стреляли из нормального оружия, а после того, как был создан специальный, вернее, изобретено специальное оружие такое, духовое ружье, фактически даже не ружье, а автомат, это
потому что они были вооружены еще, по-моему, даже получше, чем современные французские войска. Но на картине нужно было показать, что вот тирольские партизаны вот такими дедовскими орудиями, дедовскими там дубинами, как у некоторых там, вот победили баварцев и французов. Вот еще одно изображение Дрессхофера уже после посмертное уже изображение, когда готовилась легенда о нем. Сейчас, конечно, в Австрии больше знают именно легенды, чем реальные его влияния. Вот, ну, эту картинку я уже рассказывал, она у нас была единственная вот, в прошлый раз. А вот такой картиночки не было. Это после очередного сражения с французскими войсками возвращаются тирольское ополчение в какую-то свою деревню. Вот, ведут пленных на заднем плане по французским знамениям. Вот, впереди вышагивают такие бравые тирольские партизаны. Хотя, конечно, как я уже говорил, ни одного французского знамени в то время захвачено тирольцами не было. Так что это тоже немножко приукрашенная картина. Вот это интересный эпизод, когда после второго сражения рядом с Инсбруком Дрессхофер занял город Инсбрук и собирался там управлять этим городом. К нему приехал такой посол от императора Франца I и говорит, вот, мол, вам целый ящичек медалей и орденов прислал император. Вот вам письмо с благодарностью от императора. А вот я в качестве руководителя, главы государства нашего, как говорится, тирольского, вот, а вы, извините, достопочтенный Хофер, подвиньте. Вот такая картиночка. И пришлось ему ждать еще, пока этого новоиспеченного руководителя француза прогонят, чтобы снова тогда уж захватить Инсбрук. И тогда уже он перестал слушать всяких там советчиков и занялся сам руководством страной. Вот эта картина изображает предательство Раффлса, который за 1500 талеров предал Андреса Хофера. И эта картина изображает арест Андреса Хофера французскими солдатами. Небольшой хижине охотничьей, в которой он скрывался после того, как четвертый раз поднял восстание, и восстание было провалено. К сожалению, для него, конечно. После этого его, как я уже рассказывал, содержали в крепости в Италии, и там в Манте, и там расстреляли его. Это памятник на месте того самого первого сражения, в котором войска Хофера разбили французскую. Ну вот, это уже моей новой темы, картинка. Пока я еще имею одну минуточку времени, я расскажу про то, что у нас будет в дальнейшем. В дальнейшем у нас будет, намечается в ближайшее время, 15 августа, день рождения Наполеона. По этому поводу у нас будет большой вечер, викторина, даже не одна, а две, так что обязательно приходите. Сначала мы с вами поговорим про Наполеона. Это примерно будет в таком же роде, как и та викторина, что была в феврале месяце, вот, если кто-то был, не помню, когда. То есть будут вам разданы бумажки с написанным там уже текстом. Вам нужно будет просто галочки поставить, там где правильно, где неправильно. Правильно, где неправильно, не и по результатам этой викторины будут розданы, как говорится, слоны, призы. Я думаю, что всем будет приятно их получить. Потом, то время, которое вам нужно будет для того, чтобы ответить на эти вопросы, я буду отвечать на ваши всяческие вопросы, которые у вас накопились, надеюсь, за в то время, пока я тут рассказываю свои истории, надеюсь, интересно было.
А потом мы сделаем вторую викторину. Вторая викторина будет посвящена всем тем лицам, о которых я рассказывал вот в этой серии, нынешней нашей, названием «Люди эпохи Наполеона». Уже на сегодняшний день получается больше 30 человек. Вот у меня будет каждый картиночка, которую буду напоминать, о ком мы говорим, и вопрос. Вопрос будет не слишком, конечно, на знание из тех слов, которые я уже говорил, то есть все те, кто присутствовал на всех моих лекциях, очень легко и быстро ответить на эти вопросы. Конечно, если не забуду, о чем я тут говорю. Вот, те, кто выиграет этот вопрос, кто победит в вопросе, кто первым ответит на этот вопрос. А вопрос будет задан таким образом. Сначала на знание, да? Те, кто знает, может сразу поднимать и отвечать на этот вопрос. Если будет затруднение, я дам 4 варианта ответа, один из которых будет правильный. Вот, те, кто первым догадается, тоже получит ответ. Вот, такой вот такая у нас схема будет на следующей лекции. И еще у нас будет в августе месяце еще одна встреча, в пятницу, 30 августа. Будет уже обычная наша лекция с очередными темами. Один из них я точно уже знаю, это по желанию слушателей, это будет Маршал Мераб. Вот, а по второму я еще подумаю. Что-то у меня в последнее время очень много французов забыл. Вот, и не знаю, даже кого-то нужно еще из других стран не выбирать. Теперь можно включать ваши записывающие устройства, если они еще не включены. Начинаем. Вы перед собой видите портрет Стефани Фелисите Дюкрей де Сен-Оден, известный более как мадам де Жан-Лис, или просто мадам Жан-Лис. Это была знаменитая французская писательница. Франция в 18-19 веках было очень много писательниц. В отличие от нашей страны, где в основном писали мужчины. Во времена консульства, во времена империи, самой знаменитой французской писательницей за все время своего писательского труда она писала более 140 произведений. Да. Среди этих произведений было множество романов, среди этих произведений были серьезные книги. Она выпускала журнал, в котором публиковал свои маленькие, короткие повести, мы сейчас сказали, новеллы. Все это переводилось на огромное количество языков, сразу же буквально сходилось, и в России появлялась ее литература практически через полгода после выхода во Франции. И в Англии, естественно, и в Германии все читали, зачитывались. Естественно, не все были восхищены ее трудом, не все ее произведения одинаково ценны для литературы, но в любом случае она была очень знаменита и очень популярна. Если сравнивать с современностью, ну не знаю, Улицкая может быть. А почему в России про нее не знают? Вспоминают про мадам де Сталь? Это сейчас не знают, а в то время знали очень хорошо. В то время очень хорошо знали и переводили, и Жуковский ее переводил, и Карамзин восхищался ее, и даже очень много взял из ее произведений, из своих произведений. Вот. Но мы сейчас поговорим сначала не о ее произведениях, я об этом тоже дойду, а о ее биографии. Родилась она 25 января 1746 года. Родилась она в маленьком замке названием, сейчас скажу, чтобы не обмануть, Шансери, близ деревни Иссель-Рек в Бургундии. Это и сейчас-то такое совершенно провинциальное местечко, такое типа нашего Урюпинска, вот, что-то такое более далекого от центров каких-то французских и не найти. А в то время это было вообще абсолютное захолустье. Отец ее был маркизом, маркиз де Сен-Обен,
Звали его Пьер Сезар де Кре, Был он очень знатным человеком, из дворянского меча, но при этом денег у него было немного. Ну, именно из-за того, что место было захолустное, и арендаторов там не было, и в принципе там не слишком хорошо урожай растет, там, что они там сажают, не знаю. В общем, жили они не слишком богато. Мать Стефани Калисете тоже звалась Калисете, но Мари Франсуаза, из старого рода Маже де Мезьер. Мать ее была на 6 лет моложе своего мужа. И, в принципе, у них была очень хорошая семья. Жили все в мире и в согласии друг с другом. Но единственная проблема заключалась именно в том, что у них денег было маловато. Поэтому в 1757 году, когда... забыл сказать. Отец ее был, кроме того, что он был маркизом, он еще, ко всему прочему, был куратором небольшого монастыря. Монастырь назывался Бурбон-Планси. Местечко тоже недалеко от их замка. И вот в этот монастырь он и отдал свою дочку в 6-летнем возрасте. И она получила даже такой титул канонисса. То есть, в принципе, предполагалось, что она должна была бы пойти по духовной стезе, если бы все связалось так, как предполагал ее отец. Но все связалось не так. В то время, когда ей было 11 лет, отец ее понял, что они не смогут жить дальше в тех условиях экономических, которые там были в стране, и он продает свое имение и переезжает жить в Париж. Это было в 1757 году, он переехал в Париж. Очень быстро, буквально через 2 года, началась война, в которой Франция втянулась. Это война 7-летняя, известная нам под этим названием. Война шла не только в Европе, но и в Америке, в Карибском бассейне. И вот туда, в Карибский бассейн, отправился капитан армии Пьер Сезар де Кре. И там он в одном из сражений с англичанами на острове Сан-Полен попадает в плен. Но недолго он там пробыл в плену. Очень скоро его привезли обратно в Англию сначала, потом в Европу, имеется в Англию. Потом обменяли, и возвратился он домой уже в том же самом 1760 году, когда его дочке исполнилось 16 лет. А чем занималась дочка в это время? Она занималась тем, что блистала на светских различных мероприятиях. Дело в том, что с самого детства, кроме того обучения, которое давали ей в монастыре, а там обучали ее не только всяческим песнопением церковным, но и математике, физике, немножечко литературу и преподавали, еще чего-то, в общем, понемножечко. А ее мать, она была очень неплохой музыкантшей. И она обучила свою дочку игре на арфе. В то время это было очень популярное занятие. Она была очень хорошей музыкантшей, очень хорошим музыкантом, да. И этим самым она славилась вот во время всяких этих светских мероприятий в Париже. На нее обратили внимание, на нее смотрели все господа и дамы. Но к того, что она собиралась получить, ну, естественно, не она сама, а так как она была еще маленькая, ее мать ее учила. То есть известности с тем, чтобы их в дальнейшем представили ко двору. Им получить не удавалось. Так они перебивались на те деньги, которые у них оставались после продажи имения, ну и там и какие-то еще дополнительные доходы. Когда отец вернулся с плена, он вернулся из плена не один. С ним вместе приехал его начальник, полковник одного из полков французской армии по имени, сейчас, чтобы не соврать, Шарль Алексис Брюлар де Сен-Мери, граф де Жануис.
Ну, граф он был чисто, потому что он был не старшим сыном в своем роду, поэтому графом его называли вот просто потому, что отец его граф. Как известно, во Франции титул передавался по наследству только старшему сыну. Младшие дети, они не имели возможности называться, фактически не имели возможности называться графом. Назывались они постоянно, естественно, но неофициально. Вот таким неофициальным графом был Шарль Алексис де Самери. Он вместе с отцом Стефани Пелесенте находился в плену англичан, там они подружились, там они, в общем, настолько близко сошлись, что ее отец фактически доверял Алексису на все 100%. И когда в 1763 году отец Стефани Пелесенте умер, то как бы по наследству он передал графу даже Анлис, да, заботу о своей дочери. Жан-Лис воспринял это напрямую и в ноябре 1763 года женился на молодой графине Фелисите. Скоро она получила титул графини де Жан-Лис. Ну, тоже, естественно, кавычки. Но кавычки, а связи все-таки у графа де Жан-Лис были. И в 1765 году они были представлены ко двору, получив даже граф де Жан-Лис некоторый придворный чин. Он стал капитаном одного из гвардейских полков. К этому возвышению мадам де Жан-Лис еще приложила руку одна интересная дама. Это была тетя ее, звали ее Шарлотта Жанна Бери-Ле-Э де Риу, маркиза де Монтессон. Сейчас мы ее посмотрим. А, это сама Стефани Пелесенте, вот в каком привольном виде, прямо скажем. Это ее муж, граф де Жан-Лис. Он был ее старше на 9 лет. Ну, это, конечно, немножко более позднего времени изображение. А вот это вот госпожа де Монтессон. Сама она была не слишком, намного старше Стефани. Она была на те же самые 9 лет старше ее, как и ее муж. Вот. И занимала она очень странную такую позицию. Она была официальной любовницей герцога Орлеанского. Герцог Орлеанский — это, как вы, наверное, знаете, титул, передававшийся старшему после короля сыну предыдущего короля. Так вот. И его титул звучал как герцог Орлеанский, его сына звучал как герцог Шартрский. Вот герцог Орлеанского, Луи Филиппа, они там все были Луи Филиппа. Вот Луи Филиппа Орлеанского была любовница госпожа де Монтессон. Любовница она была до того момента, пока не умерла герцогиня Орлеанская. Произошло это довольно-таки рано, еще, насколько я помню, где-то в конце 60-х годов. Но до 1773 года не разрешали герцогу Орлеанскому связывать себя брачными узами с мадам де Монтессон, потому что она считалась неподобающим браком, негоже человеку королевской крови смешивать свою кровь не с какой-то там принцессой, а с какой-то захудалой маркизой. И до 1773 года они жили как бы в статусе официальных любовников. А с 1773 года был все-таки оформлен брак, но при этом им было запрещено, во-первых, иметь детей, которые бы получали титул. То есть все их дети считались бы небрачными. И им запрещено было вместе показываться в каких-то мероприятиях. Ну, вот она сама писала, блядь, так и пьесы. Она очень хорошо играла на музыкальных инструментах. И, в принципе, сближала ее и мадам Жан-Лис. И
вот именно мадам де Монтессон начала продвигать свою племянницу подальше, поближе, поближе к трону. Сначала пытались ее отдать камеристке к Марии Антуанетте, но потом как-то эта идея не пошла, и решили, что нужно ее двигать в том же самом Орлеанском доме. И отправили ее к камеристке, к герцогине Шартерской. Вот тут мы видим семью герцога Шартерского. Саму герцогиню звали Мария Аделаида, а, естественно, ее мужа звали Луи Филипп, ну, как по традиции. Кроме этих двух товарищей еще были трое детей у них, потом еще родился четвертый, но быстро умер. И в итоге получается, ну там тоже одна из дочек умерла очень в раннем возрасте, и выжили только Луи Филипп, соответственно, очередной, который в конце концов стал королем Франции, и Аделаида, дочка младшая. Вот к ним в качестве учительницы и была представлена мадам Жанна. Она учила и сына, и дочку герцога Шартерского, ну, очень такими суровыми методами, прямо скажем, но не давала им возможности отдыхать и лоботрясничать. Каждая минута должна была быть занята каким-нибудь важным делом. Она очень любила заставлять, особенно верх будущего короля, заниматься физкультурой, гимнастикой, скакать на лошади, фехтовать. В общем, все то, что должен был знать выдающийся будущий рыцарь и воин. А свою подопечную Аделаиду она учила игре на арфе. Вот, кстати говоря, герцог Шартерский, будущий Филипп Игалите, тоже скажем. Вот это вот мадам Жан-Лис играет на арфе, включая Аделаиду, дочку герцога Шартерского. Сама мадам Жан-Лис была весьма-весьма молода, привлекательна. По всему прочему, брак ее с графом Жан-Лис был совершенно, скажем так, номинальным. Но это во Франции в то время вообще была популярная вещь. Я уже не раз цитировал короля Людовика XV, который говорил о том, что брак — это официальный повод не встречаться. Вот, в то время это было законом практически для всей Франции. Вот. Но, по всему прочему, оказалось, что у господина де Жан-Лис несколько иные предпочтения. И мадам де Жан-Лис была очень сильно расстроена, когда узнала, что у ее мужа не любовница, а любовь. Вот. Поэтому, конечно, никакой близости между ними речи не могло идти. В дальнейшем в некоторых из ее произведений эта тема будет проскальзывать. Но, естественно, не бывает пусто свято место. И поэтому, так как она была очень близка с семьей герцога Шартерского, вот герцог Шартерский и занял место фактически мужа в сердце этого мадам Жан-Лис. Все это произошло в 1772 году, когда герцогиня Шартерская уехала отдыхать в Пломбье на воды. Они с Жан-Лис и герцог Шартерский остались вдвоем, ну и со всеми вытекающими из этого последствиями. Последствия были довольно-таки материальные. У мадам Жан-Лис родились две дочки. И тут мы вступаем на тонкий лед возможных предположений, недоговорок и всего остального. Естественно, никто не будет говорить о том, что вот же это мои дочки, вот от герцога Шартерского. Вот любите их и жалуйте. Мало того, в нынешних исследованиях, которые я посмотрел, в том числе на английском языке, и на французском, и на немецком, везде идут какие-то разночтения относительно даже хотя бы года рождения этих дочерей. Особенно в немецком источнике я видел момент, что было указано, что она родила двух детей в 1777 году.
меня какое-то возникло сомнение, потому что, ну, если они с Шартерским герцогом познакомились в 72-м, а родила она в 77-м, то это как-то они очень долго раскачивают. Потому что это не характерно для французской действительности того времени. Я предполагаю, что, скорее всего, правы англичане, которые раскопали, что девочки родились у нее в 73-м году, в 1773-м, а в 77-м году они были только введены в семью герцога Шартерского. Причем было сделано вид, что это якобы сироты, по-настоящему они должны были быть детьми одного английского моряка, который был во Франции. Здесь у него родились дети от какой-то там девушки неизвестной. Потом он уплыл куда-то в далекие плавания и там потерялся. А мадам Жан-Лиз, подобратья душевные, подобрала их, и они теперь живут в качестве ее воспитанниц. Но все дело в том, что одну воспитанницу, девочка, звали Стефани Каролина Анна, а вторую Фелисите Элизабет. Вспоминая, как звали саму мадам Жан-Лиз, Стефани Фелисите. Вот получается, одну Стефани, другая Фелисите. Ну, та, которая Стефани Каролина Анна, она больше известна под именем Памела. Памела это сладенькая такая, медовая, что-то там. То есть это, конечно, прозвище. Вот эти девочки вместе с детьми герцога Шартерского росли. Естественно, все, кто был посвящен, это ни у кого не вызывал сомнений, так что это так и должно было быть, поскольку они сами тоже были детьми. И такая вот у них странная была семья. Как-то, да? На две стороны. Мадам Жан-Лиз занималась все это время тем, что она учила и своих детей, и детей герцога Шартерского, как я уже говорил, разным премудростям. И все это делалось не только, как я сказал уже, так, чтобы не было у этих детишек ни одной минуты свободного времени. Но и, ко всему прочему, еще с, как сказать, со стороны игры. То есть это не была зубрежка, это было такое вот общение, это была игра, это был... Вот, например, если она обучала своих учеников истории, она писала пьесу историческую и заставляла, давала возможность этим детям разыграть эту пьесу для того, чтобы они проникли в эти исторические события и в игровой форме получили свое обучение, свою информацию. Если она обучала их географии, она писала пьесу о том, как два человека, молодой человек и девушка, путешествуют по Европам, вот что они видят там, что они видят здесь и так далее и тому подобное. Вот эту пьесу должны были разыгрывать будущий король Луи Филипп и Аделаида де Шартерская. На основании вот этих вот пьес небольших, которые я написал сначала вместе с госпожой Монтессон, как я уже сказал, что госпожа Монтессон была очень неплохой писательницей, вот, а потом уже сама настопалилась и начала по собственной идее писать эти пьесы. Вот на основе этих пьес, собрав их в 4 тома увесистых, она выпустила книгу свою первую. В 1779 году эта книга называлась «Образовательно-воспитательный театр». А еще через 3 года вышла вторая книжка, называлась «Адель Теодор» или «Письма о воспитании». Вот это были первые книги, которые написала мадам Жан-Лиз, которые выпущены были в свет и составили ей имя писательницы, занимающейся педагогикой. Ну, подоспела Великая Французская революция. Сначала все эти революционные веяния захватили мадам Жан-Лиз. Она стала политизированной, стала участвовать в различных политических клубах, вступила в клуб пикадинца. Была очень хорошо знакома с Фионом, это мэр Парижа после свержения, после взятия Бастилии. Была знакома с Толераном, была в хороших отношениях с Давидом, вот, и с другими якобинцами, участниками этого якобинского клуба. И в
Но все эти политические водовороты были завлечены буквально все те люди, которые окружали ее. Но к этому времени, в 90-м году, в 1990-м умерла ее мать, и остальные ее близкие очень скоро последовали за ней. К сожалению, в 1993 году к власти пришли монтаньяры, а Филиппо Галите, бывший герцог Шартерский, который себя так переименовал, Филиппа Равного, да, Филиппа Равенства, был отправлен на гильотину. Но он к тому времени уже стал орлеанским, да, но когда умер его отец в 1785 году, он стал уже герцогом орлеанским. Вот, а титул герцога Шартерского пришел к другому Луи Филиппу, который потом станет также герцогом орлеанским. С 1793 года. А потом станет и королем Франции. Ну, я как-то вот, чтобы не перепутать, называл его Шартерским. Ну, это... Вот он. Представьте себе его со снятой мантией вот, и в сантиловском колпаке, красном фригийском, и в одежде буржуа. Таким он был, уже назывался Филиппом Галите. Ну, в общем, это его не спасло, и в 1793 году его казнили. То же самое, в 1793 году казнили и мужа Жан-Лис, Алексиса Жан-Лис. Ну, он погиб просто вообще, как говорится, практически ни за что. Дело в том, что он был комиссаром конвента, если не ошибаюсь, или учителем Собрали, при Северной армии, которой командовал Ди Мурье. Ди Мурье, графом де Жан-Лисом, еще и тех же журналистов, которые его отправили на камень. В общем, всех вместе, говорит, потом там наверху где-нибудь Господь Бог разберется. Это изображение мадам де Жан-Лис, когда в 1790 года, как раз в то время, когда она занималась активной политической деятельностью, практически написала. А это вот момент казни жандистов. Наверное, один из этих приговоренных и является муж мадам де Жан-Лис. Вот так она в 1793 году осталась фактически одна-одинёшенька, ну, за исключением своих детей. А с детьми у нее тоже произошла такая ситуация, довольно-таки интересная. Они, обе девочки, у нее довольно быстро вышли замуж. Девочка, которую звали Фелисите Элизабет, она вышла замуж за француза, который тоже был участником революционных волнений. И едва-едва он был сейчас в тюрьму, но едва-едва ему удалось спастись, в общем, не казнили, к счастью. А вторая дочка, которая известна как Памела, она вышла замуж не за кого-нибудь, а за ирландского лорда Эдварда Фицджеральда. Эдвард Фицджеральд был очень известен в самой Ирландии, как патриот Ирландии. Он был одним из самых богатейших людей Ирландии. Его фамилия Фицджеральды – это одна из древнейших родов, один из древнейших родов Ирландии. И, в принципе, он был очень хорошим военным, участвовал в войне в Америке во время американской войны за независимость, ну, в английской армии. Но когда он вернулся в свою родную Ирландию, он понял, что там независимость обрели колонисты, да, а Ирландия оказывается той же самой колонией Англии, что и бывшая Соединенная, ну, нынешняя Соединенная Штаты. И начались у него складываться мысли о том, что как бы надо все поменять, чтобы немножечко больше прав было у ирландцев. Он вступил в парламент Ирландии, стал там, ну, лордом, естественно, так, в палате лордов заседал. Но англичане не слишком долго ирландский парламент терпели, потому что они его разогнали. Это было как раз в то время, когда начиналась вся эта революционная движуха, скажем так, во Франции. И Эдвард уехал во Францию,
сказал, ну, раз уж вы меня тут не хотите видеть, то я уеду. Ну, уехал во Францию, смотрел на то, что творится вот это королевство, которое превращается в республику. Но не только. Глядел девушку по имени Памела. И в 1792 году он на ней женился. Они уехали обратно в Ирландию. Таким образом, у мадам Жан-Лис не оказалось практически никого. Дочери замужем, муж казнен, любовник казнен. В общем, кошмары и ужасы. Что делать? Она бежала для того, чтобы самой не оказаться на Грецкой площади. Сначала она сбежала в Швейцарию. Как раз в Швейцарию. Что-то связано. Вот, затем она переехала в Берлин. Из Берлина она уехала в Гамбург, потому что в Берлине король не особенно любил французских мигрантов, особенно те, которые были замазаны в участии в революционных деяниях. Потом она поехала в Англию к своей дочери, немножечко вместе побыли они. Затем она вернулась обратно в Гамбург. В 1797 году ее, после того, как в Пруссии новый король вступил на престол, Фридрих Вильгельм II, нет, III. Она все-таки поехала жить в Берлин. А в это время в Ирландии Эдвард Фицджеральд участвовал в подготовке знаменитого ирландского вооруженного восстания. В 1798 году это восстание началось. Надеялись не на то, что французы им помогут. Французы им хотели помочь, даже отправили целую армию генерала Гоша для того, чтобы он выступил в Ирландии. Но ветра очень неприятные, разметали всю французскую эскадру. Французы выступились только в небольшом количестве, там около полка. В итоге восстание было подавлено. А Эдвард Фицджеральд был преданным. Адмирал Вильнёв был, нет? Да там кого только не было из французских полководцев, очень много там были. Но Вильнёв не возглавлял эскадру? Нет, эскадру возглавлял не Вильнёв точно. Mm-hmm. Я сейчас боюсь наврать, кто именно, но не Вильнёв точно. Mm-hmm. Он в то время еще не был в том чине, который позволял ему командовать большим соединением. В общем, Фицджеральда предали. Англичане бросились его искать, нашли его друге. Он был своей женой. Довольно легко был быть. Не скрывался практически. Вот, к нему вломились ночью, он схватил кинжал, заколол одного полицейского, застрелил другого полицейского. Вот, еще двоих свалил. В общем, был очень хорошим фехтовальщиком и чувствовал, что он дорожил своей жизнью. Но его подстрелили. Причем, несмотря на то, что рана была не смертельная, его просто не лечили. Его бросили в тюрьму и, как говорится, о нем забыли. Через 5 дней он умер от гангрены. Естественно, его супруга не захотела оставаться в Англии, вернее, в Ирландии. Да. Но она уехала в Гамбург, маленькая свадьба. Там она 2 года жила вместе с матерью, еще и в Берлине, в общем, как-то они так и ездили туда-сюда. А в итоге Памела встретила в Гамбурге американского консула торгового, звали его Джозеф Питкерн, и в 1800 году она вышла за него замуж. Брак был очень хороший, в том смысле, что жили они душа в душу, но при этом она всегда вспоминала своего первого мужа с очень большим пиететом. Она всегда о нем хорошо говорила и писала воспоминания в дальнейшем о нем. Потом, когда она умерла, ее в итоге хоронили в одном творчестве вместе с мужем первым, Эдвардом Фицджеральдом. А в это время мадам Жан-Лис думала о том, как бы ей все-таки вернуться во Францию. Все-таки жить в Германии может быть и хорошо, но во Франции все-таки лучше, тем более, что пришел к власти Наполеон, вот, и потянулись из различных эмиграций эмигранты французские, представители старых родов,
которые видели, что Наполеон их ждет и хочет восстановить их участие в судьбе Франции. В 1801 году, получив известие о том, что ее фамилия вычеркнута из списка эмигрантов, мадам Жанлис возвращается в Париж. И в это время снова она встречается со своей благодетельницей, госпожой де Монтессо. Госпожа де Монтессо, она пережила всех своих знакомых, своего мужа, герцога Орлеанского. И насколько ей удавалось как-то проплыть среди бурных вод французской революции, что она, даже не уезжая из Франции, оставалась как будто во внутренней эмиграции. Она жила где-то за городом, в политику вмешивалась. Это позволило ей спокойно дожить до того момента, когда Франция вступила в правление Франции Наполеона. И Наполеона, как известно, была жена Жозефина, а у Жозефины одной из ближайших подруг была госпожа Монтессо. Ну как вот так они вместе еще со времен каких-то, наверное, политических вариаций, которые были. Ну, все-таки Жозефина была близка к каким-то таким высшим кругам французской знати. И каким-то образом они познакомились в то время, когда она была в Париже. Жозефина не забыла о мадам Монтессо, сделала ее своей, скажем так, придворной дамой, естественно, до того момента, пока Наполеон не стал императором, слово «придворная дама» бралось в кавычки, хотя, наверное, она была там, не знаю, компаньонка или еще что-то, как это все называлось. Но официального титула у нее не было, официальной должности, так говорить. Но в любом случае она замолвила словечко за свою племянницу, и Наполеон обратил внимание на госпожу де Жанлис. В 1802 году он выделил ей пенсион, некоторое количество денег. Не слишком много, но не слишком мало. И главное то, что он дал ей квартиру в Сен-Клуб. Это место, где жили в то время сам Наполеон и Жозефин. Наполеон решил использовать мадам де Жанлис как учительницу для себя. Потому что он, как известно, довольно плохо говорил по-французски, а еще хуже писал. И плюс, по всему прочему, он стремился к тому, чтобы научиться вести себя как король. Да? Поэтому ему нужен был какой-то человек, который бы обучил его вот этому придворному этикету. Ну, с мужской стороны, это стал известный Филипп де Сегюр, мемуарист, известный придворный, еще короля Людовика, потом Наполеона, в общем, пережил. А с женской стороны, вот он решил, нужно пообщаться с мадам де Жанлис, пускай она научит чему-нибудь хорошему. Но их совместная работа, совместная деятельность оказалась не слишком долгой. Дело в том, что Наполеон любил читал довольно-таки быстро, и быстренько прочел все то, что мадам де Жанлис за это время написала. Ему это не слишком-то понравилось. Дело в том, что уже к 1802 году, когда началась вся эта история с обучением, он задумался о том, что нужно восстанавливать нравственность в стране, которая вообще была на нулевой отметке. Нужно восстанавливать, начинать с конкордата с папой римским, с восстановлением религии во Франции. Поэтому мысли мадам Жанлис, которые были довольно-таки привольны, прямо скажем. И она их высказывала в своих произведениях. Они Наполеону не понравились. Он с ней пытался разговаривать о том, что все неправильно, но говорят женщина, которой уже 51 год, человеку, которому только 30, да, как-то не срубил. В общем, произошло так, что у них произошел разрыв. Вот. Некоторые источники указывают, что он якобы отказал ей в пенсионе, но это неправда, пенсион ей выплачивался до самого падения Французской империи. Но ей уже сказали, что в Сен-Клу вас больше не ждут, и пришлось ей переехать в Париж. Сняла она большую квартиру, там жила. И с тех пор она начала жить фактически своим пером. Ну, конечно, тот пенсион, который платили
какие-то деньги это давал, по-моему, там 4-6 тысячи франков в год. Ну, в принципе, сумма неплохая, но хотелось бы больше. И она стала свои основные средства зарабатывать написанием произведений своих различных. Первым романом, который принес ей совершенно общефранцузскую славу, был роман «Мадемуазель де Клермон». Это роман исторический, написанный в духе, как мы сейчас сказали, Александра Дюма или Пикули, то есть название, а дальше все от себя. То есть связи с историческими реальностями в этом романе было, ну, там, например, 10-15%. Но написано было очень интересно, написано было очень красиво, народ бросился раскупать эти книжки, и книжечка взлетела с этим большим тиражом. Затем, как я уже сказал, эти романы она стала печатать практически там, не знаю, как Донцова, Пулицкая, в общем, по 2 романа в год, может даже и почаще. Стала она известна не только во Франции, но и во всех других странах. Вот сейчас я зачитаю одно высказывание одной немецкой дамы, Рамадам Жанлис. Это написано было в 1601 году. Скажу несколько слов об известных людях, с которыми мне удалось познакомиться в Париже. Целый год я жила здесь с госпожой Жанлис в одном доме. Она совершенно посвятила себе литературе и теперь всего более занимается своим журналом, украшенным ее сказками. Не только весь Париж читает их, но всяческая тотчас переводится и на иностранные языки, на английский, немецкий и прочие. Деятельное воображение и редкое знание света служат для госпожи Жанлис богатым источником новых мыслей и планов. Кажется, что она всегдашними трудами не истощает, а только острит свой авторский ум. Самый обыкновенный случай открывает ей тайность человеческого сердца и представляет то отважные, то приятные идеи. Ее дух живет, так сказать, в тихих наблюдениях. 10 лет она сочинила комедию, 18 – «Замок истины», сказку, напечатанную вместе с «Деревенскими вечерами». На 17 году познакомилась с Буффоном. Вся великий муж был образователем ее таланта, открыл ей богатые источники французского языка и тайнейшие его сокровища. Она питала ум свое чтение превосходных авторов. 25 лет имела уже необыкновенный сведения, написала Аделя Теодора, театр воспитания, знает латинский, английский, итальянский язык, танцевала, пела, играла на арфе прекрасно и была редкой актрисой. Однако же, любя светское удовольствие, еще более любила уединение. Часто с детьми герцога Орлянского на целый месяц заключалась в монастырь, чтобы заниматься единственным их воспитанием и чтением. Двор, при котором она жила, знакомство великих мужей Европы, путешествия во Франции, Англии, Италии и Швейцарии были для нее способом узнать свет, людей и натуру, как немногие знают их. Ее сочинение то доказывает. Принужденная выехать из Франции в 10-летнее свое отсутствие, издала на 12 томов, а возвратясь в Париж, написала множество прекрасных сказок. Прибавила 2 тома к летописям добродетели и том к матерям совместницам. А скоро выйдет еще большой роман. Беспрестанная работа не позволяет ей выезжать. Накануне Нового года она приехала к тетке своей, госпоже Монтессон, которой не была уже несколько месяцев, и которая встретила ее с великой лаской, жалея, что так долго не видалась с ней. Госпожа Жанлис сказала: «Извините, ремесло мое отнимает меня все время». Тетка с любезностью старой француженки отвечала: «Ах, можно ли, любезная племянница, называть ремеслом такую славу?» А вот что о ней писал наш известный писатель тоже, Василий Пушкин. «На сих днях я был госпожей Жанлис. Она принимает хорошо, говорит умно и просто. Я редко вижусь с авторами, сказала она мне. Люблю их читать, а не быть с ними. Госпожа Жанлис ненавидит философию, вздыхает о прошедшем и пишет романы в ожидании будущего. Она всем недовольна, а более всего кажется мне старостью». Вот так он писал про женщину в 51 год. Ну там уже если это третий год, то там 53, да, то 54 получается. Ее слава, она была, как я уже говорил, непостоянной и не однородной, скажем так. Покупали ее произведения много и часто, но не все произведения были одинаково восприняты французским обществом. Вот что писали уже в 1806 году. «Желаете ли вы знать теперешний вкус нашей публики? Скажу вам, что здесь любят до дурачества
слов госпожи де Жанлис, потому что он естественен, ясен без требований, без надменности, без театральной декламации. И что любит до страсти слов господина де Шатобриана, за то, что он представляет совершенно противоположность слову госпожи де Жанлис. Судите же сами, каков вкус нашей публики. А еще, чуть позже, вот такую вот. Это уже в 1806 году, в конце года писали в журнале «Вестник Европы». Тому около 4 лет, как появилась известная книга герцогини де Лавальер. Журналисты в то время нападают на его автора, госпожу де Жанлис, утверждая, что исторические романы – суть пагубы для литературы, особливо, если главные лица разделены от нас небольшим промежутком времени. Теперь же госпожа де Жанлис издала новый исторический роман «Мадам Мертено», который служит продолжением прежде упомянутого. И журнал «Ревью» опять загремел против сочинительницы. Благосклонный от публики прием герцогини де Лавальер мог подать причину к написанию другого подобного романа. Однако сим не оправдывается безрассудный поступок. Пусть книга хорошо продается, но это не служит доказательством ее достоинства. Госпожа де Жанлис успеет еще написать по крайней мере 2 или 3 дурных романа, прежде нежели публика перестанет читать ее. Таким образом, и новый роман «Мадам Мертено» читают многие, но немногие одобряют. Вот такие мнения были про романы госпожи де Жанлис. Вот, а сами романы и, ко всему прочему, и многие ее повести, они, в принципе, очень интересны тем, что в них она описывает те нравы, те обстоятельства, которые сама видела за время своей жизни. То есть очень многое там из ее, скажем так, автобиографических моментов. И из всего этого она делала очень интересные выводы. Очень многие ее цитаты можно собирать в специальный сборник афоризмов. Очень хорошо идет. Вот я тут выписал некоторые цитаты. Сейчас прочитаю, вы скажете, насколько это умно или не очень. Кто другим не на добро живет, тот сам себе в тягость. Чтение полезно только тогда, когда имеешь время перечитывать. Надежнейшее средство устроить семейное счастье состоит в пожертвовании спокойствием и самолюбием своим и всеми требованиями. Ничто не проникнет в сердце женщины, когда самолюбие заставляет ее предваряться. Любовь прибудет во всем согласии, во всем равенстве. Женщина обыкновенно бывает гораздо живее, когда оскорбленная гордость ее помышляет об отмщении. Мудрость предохраняет только от опасности в любви, но редко бывает в силах устоять против самой любви. Истинная любовь есть не что иное, как возвышенная дружба. Она одна только бывает продолжительной и прочной. Сердце нежнее и чувствительнее самолюбие. Красота пленяет на минуту, но одни прелести ума и добродетель утверждают склонность. Вот такие мысли, мне кажется, очень интересны. И даже для современности выглядит достаточно современным. Вот в таком... Занимаясь таким делом литературы, делом написания романов, написания повестей, мадам Жанлис прожила всю эпоху империи. В 1814 году, как я уже сказал, с падением империи закончилась выплата ей пособия. Сначала новый король, Людовик XVIII, не захотел ей продлевать пособие, но в дальнейшем все-таки выставился в 1816 году, только выделил такую же сумму денег и какое-то свое благоволение к ней выразил. В 1825 году написала она мемуары. Написала она мемуары целых 10 томов. Я, конечно, не читал, но думаю, что написано хорошо. В это время выглядела она уже практически вот так вот. И осталось мне сказать только, что закончила она свой век в 1830 году, 31 декабря, прямо, можно сказать, в город. Вот такая жизнь у знаменитой французской писательницы мадам Жанлис. Теперь мы перейдем следующему герою моего сегодняшнего повествования. У меня сегодня все трое
героев объединены одной темой. Тема французского двора. Причем королевского двора. Это случилось совершенно случайно, во-первых, потому что про мадам Жан-Лиси должен был говорить на прошлой лекции, а не на этой. Ну и потом как-то вот все кучку сводить. Итак, следующий, ну такой красавчик. Зовут его Ханс Аксель граф фон Терзен. Был он шведским дипломатом, военным и придворным. Родился он 4 сентября 1755 года. Его семья была очень известной в Швеции. Отец ее, его тоже назывался Акселем фон Терзеном, но еще у него было одно имя — Фредерик. В общем, Фредерик Аксель фон Терзен. Был он генералом, придворным маршалом Риксдага, то есть это, ну, мы бы сейчас сказали, заместитель председателя Госдумы. Примерно так. Кроме всего прочего, он еще служил во французской армии, был бригадиром и полковником королевского шведского полка. В Франции в то время было огромное количество наемных полков из различных стран Европы, набиравшихся людей из этих различных стран. Были швейцарские полки, были полки немецкие, были полки шведские полки. Эти полки сформировались из, не только из, скажем так, тех наций, к которым они принадлежали, да, но и туда могли вполне на какие-то должности поступать, в том числе те же самые французы. Ну или граждане, поданные других стран. Это все делалось для того, чтобы армия Франции могла использовать не только собственный потенциал страны, но и тех самых людей, которые готовы были за нее проливать кровь, за те ливры, франки, которые довольно неплохо в то время платились французским королям. Вот, вот в этом полку королевском шведском он участвовал в 7-летней войне на стороне Франции. Затем, вернувшись в Швецию, он становится, как я уже говорил, маршалом Риксдага, а в дальнейшем он становится председателем Рейхстага. Это парламент шведский, как я сказал уже. После того, как в 1772 году король Густав III учинил в Швеции некоторую такую революцию, да, странный король учинил революцию, но это так действительно и было. Дело в том, что когда король вступил на престол, его очень сильно ограничили, парламент очень сильно ограничил права. И в 1772 году он это все разорвал, все эти ограничения, и решил, что он будет в дальнейшем руководить сам. Так вот, Фредерик Аксель фон Терзен начал всячески образом ставить палки в колеса королю. Несмотря на то, что отношения личные у них были очень хорошие, но он постоянно делал все, чтобы задержать те реформы, которые створял король. Король очень много сделал не очень хороших вещей, которые в итоге привели его в могилу. В том числе он повысил налоги, он отменил некоторые законы, которые давали привилегии дворянству и так далее. В общем, сделал так, чтобы страна в конце концов либо вступила в гражданскую войну, либо, ну, то, что в итоге и было. Вот. И Фредерик Аксель фон Терзен старался сделать, чтобы страна, по крайней мере, не свалилась под гражданскую войну. Он старался отменять или задерживать в парламенте все те законы, которые ему казались вредными для страны. За это его посадили в тюрьму. И он просидел там 3 года. С чего, вернувшись уже в довольно плохом состоянии здоровья, уже в политику не лез, занялся спасением собственной души, начал строительство собора в шведской столице, но умер, не закончив собора, умер он в 1794 году. Мать Акселя фон Терзена. Смотрим. Такая красивая девушка. Звали ее Хедвига Катарина Далагард. Известная графская фамилия Далагарди. И в нашей истории прозвенела некоторым образом. Была она значительно моложе своего мужа, на 13 лет. Было у них 4 детей.
Аксель был не старшим, старшим был Хедвига Леонора, родившийся в 1953 году. Аксель родился в 1955. У него еще была младшая сестра Ева София, родившаяся в 1957 году. И еще он самый младший брат Бьян Рейнхальд, родившийся в 1962 году. Семья была для Швеции довольно-таки большая. Отношения у них с мужем были замечательные, тоже, что довольно-таки редко было в то время. Но кроме семьи, Хедвига занималась еще и политикой. Была она не просто так, была она, ну, скажем так, государственной советницей. Как-то это по-шведски звучит по-другому, но вот так можно сказать. В то время Швеция была одной из тех стран, где женщины вполне могли занимать такие должности, как государственный совет. Это было для того времени, для других стран совершенно невозможно ситуация. А все дело в том, что Хедвига Катарина, ей выдалась такая обязанность, такая, не знаю, или право встретить будущую королеву. Нет, не королеву, скажем. Невесту Карла XIII. Карл XIII, будущий король, он был братом, младшим братом Густава III. У него имелся титул герцог Зюдерманландский, и вот этому герцогу Зюдерманландскому понадобилась невеста. Эта невеста была, скажу, Гольштейн-Готорпская принцесса, которую звали Хедвига, точно так же, как и мать Аксель фон Ферда. Вот они, может быть, по этому поводу, может быть, по другому поводу, но встретились, подружились, и Хедвига Леонора свою тезку представила ко двору. Екатерина II написала ему кузен по этому поводу. Ну, вы имеете в виду герцога Сидорбаманского. Вот, в общем, вот такие были родители у Аксель фон Ферзена. Немножко раньше. Поздравляемся к Акселю. Сам он до 15 лет учился в Швеции. Учился с этим разным премудростям, которые необходимы были. В первую очередь, военного дела. 15 лет он был отправлен в Брауншвейг для того, чтобы продолжать обучение своего военного дела. Там была военная школа. Затем он поехал в Италию. В Италию, в Турине, тоже учился в военной академии. И после этого, как говорится, по всей Европе начал кататься. Сначала в Германию поехал, потом поехал в Англию. Естественно, не мог не заехать во Франции. В 1770 году он там был во Франции. И сразу получил звание лейтенанта Королевского Баварского полка. Сразу вопрос, почему Баварского? Ответ, почему бы и нет? Скорее всего, в Королевском Шведском полку не было должности лейтенанта, был должность лейтенанта в Королевском Баварском полку. Вот его туда отправили, в Королевском. Но все дело в том, что служить-то он там не служил, он просто там числился. Ездил он по Европам, вот, и в итоге как такового, как таковой службы-то и не было ни одного дня в Королевском Баварском полку. Даже трудно сказать, где он был, в каком году. Мне тут все записано, конечно, но трудно разобраться. Париж, Лондон, Берлин, Швецию он приехал в 1974 году. Уже приехав в Швецию, он наконец-то поступает в шведскую армию, уже будучи лейтенантом французской армии. В шведской армии он тоже там получает некоторые должности, некоторые звания. Но тоже это все ненадолго, срывается и постоянно ездит куда-то по Европе. В 1878 году он снова поехал в Лондон, затем приехал в Париж. И вот там, в Париже, уже в 1878 году он получает продвижение по службе. Уже как бы 8 лет прошло, как он служит в этом баварском полку, надо его... И вот этот блестящий полковник, довольно молодого возраста, прибывает ко двору французскому, будет представлен ко двору, и возникает у него такой роман на расстоянии с королевой Марией Антуанеттой. Но это действительно был тогда роман на расстоянии. Все говорили о том, что они любовники, но они только смотрели друг на друга и вздыхали. Началась война. Война
Америки, американская война за независимость. Ганс Аксель фон Ферзен в качестве адъютанта генерала Рошамбо отправляется на войну. С 1780 по 1883 он воюет на стороне американцев. В 1781 году он принимает участие в знаменитом сражении при Йорктауне. Вот тут мы видим это сражение при Йорктауне, в котором американцы фактически завоевали независимость, потому что после этого англичане уже вынуждены были, во-первых, капитулировали войска, которые находились в Йорктауне, осажденные были, а с остальным уже остальные боевые действия были больше на то, чтобы просто что-то, какие-то кусочки еще колония оставить за собой. То есть больших наступлений англичане уже не вели. Чем занимался Ганс Аксель фон Ферзен во время боевых действий? Он был в первую очередь переводчик. Дело в том, что Рошамбо не говорил по-французски, по-английски. А Вашингтон, Джордж Вашингтон, командующий американской армией, говорил по-французски. А Аксель фон Ферзен говорил и по-английски, и по-французски. Вот он занимался переводом. Вот, кстати говоря, мы на этой картине видим генерала Рошамбо на первой позиции, генерал Вашингтон. Вот здесь, вот за спиной генерала Вашингтона, вот в таком синем мундире с желтым жилетом, это как раз Ганс Аксель фон Ферзен. Настолько хорошо он там повоевал, что был награжден в 1783 году главным орденом Соединенных Штатов Америки того времени, орден Цинциннати. Ну, полный сияние славы, вернулся во Францию. Его там сделали уже полковником не баварского полка, а уже королевского шведского полка, наконец-то. Ну, этим же полком командовал его отец в свое время. Вот, и, естественно, уже к этому знаменитому воину, награжденному орденами, вот, блестящему, уже тут королева стала еще более, скажем так, привязана. И тут уж как раз у них все и состоялось. Стал он ее любовником. Это вот как раз королева Мария Антуанетта. Любовь их была всем и известно, естественно, никто об этом не писал в объявлениях, но все в Версале об этом прекрасно знали, в том числе и король Людовик XVI. А Ганс Аксель фон Ферзен поехал обратно в Швецию. Зачем? Оказывается, королю Густаву III поехать по Европам. Вот он хотел, чтобы Ганс Аксель его проводил, показал самые интересные места. Что он и сделал в том же 1783 году. Ну, недолго он пробыл в Швеции, этим более. Даже когда он там был, в этой Швеции, он там практически и не был. Постоянно мотался как в Европу с королем. В 1785 году он возвращается во Францию. И там он был уже до 1791 года. Ну, это, вернее, как-то. 92-го, вот с некоторым небольшим перерывчиком. Перерывчик этот был на войну. Все-таки он был человеком военным, и когда Швеция объявила войну России в 1788 году, вот его тоже одобрили на эту войну. Командовал, был он там никем иным, как полковником Адерсфана. Адерсфана — это такое было дворянское ополчение Швеции, которое собиралось во время войны, потом распускалось по домам, когда война завершалась. Там служили только самые лучшие люди в Швеции, самые богатые фамилии, все они должны были быть на лошадях, все было кавалерийское такое ополчение. Ну, Ганс Аксель был подполковником этого Адерсфана, участвовал в боевых действиях. Ну, война там закончилась довольно-таки быстро, уже в 1789 году он вернулся обратно во Францию. И как раз тут началась Великая Французская революция, которая, в общем, сильно повлияла на дальнейшую судьбу Ганса Акселя. Как известно, король и королева, когда после штурма Тюильри, да, были практически заключены в этом дворце, находились на положении практически пленников, никуда их не позволяли выезжать даже из дворца, находилась вокруг них охрана, ну и, естественно, это вызывало законные сомнения в том, что а что будет дальше, не стоит ли смыться из такого
из такой золотой клетки. Планов побега королевской семьи было огромное количество. Многие пытались создавать какие-то проекты, как это сделать, но единственный человек, которому удалось это все довести до реальности, это был Ганс Аксель Ферст. В 1791 году, в июне месяце, ему король поручает организовать побег, и он решает строить такую схему. Он заказывает карету на 6-4 человек, такую большую Берлину, которая должна была быть готова к определенному сроку. В июне месяце он эту карету выкупает и держит где-то в таком месте, где можно будет ее быстренько забрать и использовать. Он договаривается с французским генералом Буайе, который командует в городе Монменди, на севере, о том, что такого числа король с королевой и с детьми выезжает к этому генералу Буайе. Генерал Буайе был полностью предан королю, и под его командованием было достаточно большое количество войск, и можно было отбиться, если вдруг сунфилоты попытаются отбить короля. К определенному времени, а именно к 20 июня 1791 года, генерал Буайе выслал по дороге на Париж небольшие разъезды кавалерии. Это действительно были небольшие, это по 40 человек, по 50 человек, чтобы не создавать каких-то вопросов, что это надо поехать. А сам Ганс Аксель фон Ферзен приехал в Париж и начал готовить побег. А побег был сделан не очень просто, потому что короля охраняли национальные гвардейцы. Национальные гвардейцы, они подчинялись лично Лафайе. Лафайе был хорошим другом Ганса Аксель фон Ферзена еще по войне за независимость Соединенных Америки. Но, как говорится, дружба дело. Поэтому Лафайе каждый вечер должен был обходить свои посты, проверять, на месте ли король. И 20 числа вечером он с таким визитом прибыл к королю. Король сказал, что да, все в порядке, все нормально, до свидания. Вот, и сделали вид, что отходит ко сну королю. Как только Лафайе уехал из Тюильри, король быстренько переоделся в одежду буржуа, бросил свой парик напудренный, и, взяв с собой детей, жену и еще одну служанку, которая должна была, придворная дама, которая должна была за детьми ухаживать, они тайной тропочкой на берег Луары выйдя, в то время, когда сменялся караул и не было на этом месте охранников, Ферзен все это предусмотрел. Они быстро их погрузили в Берлину, карету, и рванулись к выезду с Парижа. А из Парижа тогда было не просто выехать, потому что Париж окружала Красная стена. Стена, которая была сделана для борьбы с контрабандистами, в основном алкоголем этих контрабандистов промышляли. И в этой стене были ворота. Обычные, нормальные ворота, закрывавшиеся на замок. Для того, чтобы выехать из Парижа, нужны были документы, паспорт называемый. Так вот, Ганс Аксель фон Ферзен сделал паспорта на имя баронессы Корф, русской баронессы, жены русского полковника, которая в это время была с семьей в Париже и должна была уехать обратно в Россию. Вот под именем барона фон Корфа был сам фон Ферзен. Под именем баронессы была Мария Антуанетта, а король Людовик был в качестве управляющего барона Корф. Вот так вот они выехали. Ну, были некоторые моменты, боялись, что, может быть, начнут проверять эту Берлину, вдруг там заметят. Но обошло очень легко, потому что тот охранник, тот начальник караула, который должен был находиться на страже покоя мирных жителей Франции и Парижа, он в это время выдавал замуж дочку. И весь караул находился в совершенно пьяном состоянии. Они что-то там посмотрели, какие документы, а это же.
Вот так они ночью с 20 на 21 июня уехали в Париж. Доехали они вместе с фон Ферзеном до города Банди. Не такое уж и большое расстояние от Парижа. И дальше Ферзен уехал в одну сторону, а королевская семья поехала в другую сторону. Ферзен придумал такую схему. Он нашел еще одну похожую карету и сделал вид, что они уезжают в сторону Бельгии. Он там сам сел в качестве кучера этой кареты, ну и сделал вид, что это вот они уехали. И по-настоящему они поехали в другом направлении, вот в город Монмити. Но, к сожалению, эта схема не сработала, короля обнаружили. Вот тут как раз мы видим момент, когда короля арестовывают в городе Варенье. Да. В городе Варенье обнаружили его, потому что король выглянул из своей Берлины для того, чтобы посмотреть, что там, куда он приехал. Да. Пологой и Минская. Да. Ну вот, а так как он был на всех... Его профиль был на всех монетах, то владелец постоялого двора смотрел на эту монету и сказал: «О, так это же король». Когда прискакали национальные гвардейцы в главе с генералом, будущим генералом, тогда полковником Арамяхом, и спросили, не проезжал ли здесь король, то этот трактирщик говорит: «Да, приезжал, вот совсем недавно». И успели национальные гвардейцы перехватить короля еще до того, как он соединился с теми войсками, которые были посланы, и начал, и стал там как бы неофициальным представителем Швеции при, уж не знаю, при чем, при тех королях, которые хотели сделать коалицию против Франции. Вот этим склеиванием этой коалиции занимался Ганс Аксель фон Ферзен. Но, мало того, он еще и, всем прочим, все-таки любил Мария Антуанетту. Он не мог допустить того, чтобы не попрощаться с ним, не встретиться с ним. И в 1692 году совершенно неизвестным образом он пробрался в Тюэри, естественно, переодевшись какого-то там рубльщика или там какого-то, не знаю, человека, который занимается чисткой труб. И встретился с Марией Антуанеттой. Это была их последняя встреча. Потому что в 1793 году 16 октября Марию Антуанетту казнили, это ее ведут на суд, а это уже ее ведут на казнь. Но к этому времени произошло еще одно событие. В Швеции 16 марта 1792 года был убит Густав III. Убили его на балу, убил его дворянин, застрелил из пистолета. Таким нравилось в Швеции. И на престол вступил его сын Густав Адольф IV. Но так как он был очень молодой парнишка, то вместо него рулить стал герцог Зюдвилл Монландский. Тот самый Карл XIII, который в дальнейшем станет все-таки еще королем Швеции на Украине. Получилось так, что Ганс Аксель фон Ферзен оказался в некоторой немилости в Зюдермонландского герцога, потому что он был довольно-таки неплохо связан с генералом Арнфельдом. Это генерал Арнфельд, он тогда был довольно-таки известным человеком в Швеции, а в дальнейшем он станет известным как один из генералов, который участвовал в Бородинском сражении на стороне русской армии и потом участвовал